На берегах реки Бельбек у подножья горы Бурункая в Бахчисарайском районе раскинулся живописнейший поселок Албат. Пятая часть из 2500 жителей – крымские татары. Старая мечеть уже не вмещает всех желающих, особенно в праздничные и пятничные намазы. Поэтому 2 года назад местная мусульманская община решила строить новое джами на большом участке в центре села, который был выделен еще 30 лет назад. За 2 года, альхамдулиллах, вот как вы видите, результат, до этого уровня дошли. Вот крышу позавчера, вчера работали ребята, крышу закрыли. Следующий шаг, будем обшивать крышу, подшиву, то есть. И потом окна нужно будет ставить. Потом стяжка пола, штукатурка, шпаклевка, потом двери, уже можно будет, иншаллах, намазы проводить. На окна где-то посчитали, 24 окна, где-то с работы месяц около 300 тысяч уходит. И 100 тысяч почти в крыше где-то уйдет тоже, где-то 90-100 вот так, это на железку. Потом на стяжку пола, не знаю сколько, это сабряга надо спросить, он прораб у нас. И отопление надо, а на отопление тоже небольшая, немалая сумма уйдет тоже, отопление надо пол сделать. Если старое здание джами вмещало 80 человек, новое рассчитано на 300. Для женщин предусмотрен 2-й этаж. Местные мусульмане очень сплоченные, и каждый старается помочь в благом деле. Джамат, даже старики или кто-то, который не в состоянии финансов помочь, они даже гараплер иногда приносят, то принесут арбуз нам, то еще что-то, хоть как-то даже придут, хоть одну ракушку перетащат. Ну, то есть, вот так вот в этом моменте у нас, машалла, джемат очень сплоченный. Конечно, были, как говорится, пессимистические взгляды по поводу начала строительства, как мы своими силами, спонсоров нету, так далее, там подобное. Но действительно, вот татар такая же поговорка, «Йолга чыккан йолда калмас». Поэтому, если мы начали с помощью Аллаха, как говорится, Аллаха шкур, вот мы до такого состояния мы уже вот достроили. Албатцы хотят до зимы успеть утеплить крышу мечети и поставить окна на 2 этажах, чтобы здание не продувалось и чтобы зимой тут уже можно было проводить намаз.